Последнее слово Мамшовских – преступный способ экономить на услугах ЖКХ и новости с хоккейного льда. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР, в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Дело Мамшовских подходит к логическому завершению. Несколько минут назад в Верховном суде Татарстана участникам группировки предоставили последнее слово. Уже скоро станет известно, как члены банды будут объяснять свои преступные действия. На скамье подсудимых лидер группировки Александр Мамшов, а также участники банд-группы Дмитрий Гапоненко, Сергей Сорокин, Ильдус Ганиев, Денис Лушников и Андрей Берников. Всем подсудимым в общей сложности грозит 117 лет тюремного заключения. Помочь увидеть мир. 11-летней Наиле Сафиной нужна ваша помощь. Девочка с рождения ничего не видит, у нее диагноз ретинопатия. Многочисленные курсы лечения и несколько операций результата не дали. Правый глаз не видит совсем, левый лишь слабо улавливает свет. Российские врачи говорят, что шансов на выздоровление нет, а вот в китайской клинике пообещали вернуть девочке зрение. Подробности этой истории в итоговом выпуске новостей. Любителям обмануть коммунальщиков облегчили жизнь. Предприимчивая семейная пара из Набережных Челнов начала продавать неодимовые магниты. Они известны своей силой и намагничивания, и высокой стойкостью к размагничиванию. С их помощью недобросовестные горожане замедляли работу счетчиков воды. К слову, такие действия незаконны. На днях сотрудники ЖКХ вновь устроят рейд. Подробнее в итоговом выпуске новостей в 18:30. Дебют новичка не ознаменовался успехом, но это не помогло нефтехимику одержать победу. Накануне нижнекамцы принимали магнитогорский «Металлург» и проиграли соперникам со счетом 1-3. Единственную шайбу в составе нефтехимика забил новичок команды Мэтью Андерсон. А для американского форварда это был первый матч в составе нижнекамской команды, и нефтехимик в очередной раз остался без очков. 5 декабря наша команда будет принимать команду автомобилиста, а после отправиться на длительную выездную серию. Пасмурную и снежную погоду обещают сегодня синоптики. Температура воздуха -4 градуса, ветер западный 5 метров в секунду. Изменения в правилах дорожного движения и где работают беженцы из Украины. Эти и другие новости уже через пару часов. Еще больше информации на сайте ntrtv.ru. Связаться с нами можно по телефону 077. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе всего, что происходит в городе. До встречи!